Я увеличил твой боезапас! Вражеский разведчик убит! Ты неуязвим! Демонтировал мину! Оружие настроено! Имите ее! Получай усиление метаболизма! Эми летит! Вражеский медик убит! Применено ускорение! Глаза протри! Временно отсутствую! Основы. Эти инструкции помогут вам выжить. Есть три способа игры в Бринг. Режим кампании раскроет вам историю войны на арке. Свободная игра позволит начать любое задание с любыми настройками. Испытания дают возможность потренироваться, проходя специальные сценарии. Успех, будь то выполнение задач или помощь товарищам, приносит вам опыт. Опыт открывает новые ранги, новые способности и снаряжение. Чтобы открыть оружие и аксессуары к нему, нужно проходить испытания. Для победы вам нужно выполнять задачи, а это требует наличия нужных классов в команде. Солдаты могут взрывать цели при помощи зарядов, бросать коктейли Молотова и пополнять боекомплект союзников. Разведчики способны взламывать объекты, маскироваться и обнаруживать спрятанные вражеские мины. Инженеры строят объекты, закладывают мины и усиливают оружие союзников. Они обезвреживают мины, взрывчатку и устройство взлома. Медики восстанавливают здоровье и возвращают к жизни павших товарищей и ключевых персонажей. Вы можете сменить класс у командного центра. Захват центров дает преимущество всей команде. Когда ваша сторона захватит командный центр, вы увидите сообщение. Статус основной цели команды указан справа желтым цветом. Дополнительные цели под ним синим цветом. Нажмите и удерживайте клавишу Tab, чтобы открыть колесо задач. Выберите нужный пункт и отпустите Tab, чтобы подтвердить выбор и отметить цель. Добравшись до цели, вы будете взаимодействовать с ней несколько секунд. Внизу слева указаны способности и индикатор снабжения. Выберите способность нужной клавиши. Большинство способностей требует одну ячейку снабжения. Снабжение восстанавливается со временем. Класс и здоровье находятся в верхнем левом углу. Если вы уйдете из-под обстрела, здоровье восстановится. Потеряв здоровье, вы будете выведены из строя. Вы можете подождать медика или присоединиться к подкреплению. Медики дают игрокам оживляющие шприцы, возвращая их в бой. Арк – опасное место. Двигайтесь больше, чем стреляете. Не отставайте от товарищей и проходите испытания для доступа к новым видам оружия. Пункт «Досье» в главном меню содержит подробные учебные видеоролики, просмотрев которые, вы получите очки опыта. Следуйте этим советам, и победа будет за вами.